Если в четырехугольник вписан в окружность, то сумма его противолежащих углов равна 180 градусов. Для начала сделаем рисунок, запишем данные. Четырехугольник ABCD вписан в окружность. Доказать, что угол А плюс угол С в сумме дает 180 градусов. Также угол Б плюс угол Д в сумме дает 180 градусов. Докажем это. Рассмотрим угол А. Угол А – это вписанный угол, и он равен половине дуги, на которой опирается 1/2 дуги BCD. Выразим отсюда дугу BCD. Тогда у нас получается, что дуга BCD будет равняться двум углам А. Рассмотрим угол С. Угол С – это вписанный угол в окружность, и он равняется 1/2 градусной мере дуги, на которой опирается 1/2 от дуги BAD. Выразим отсюда дугу BAD. Дуга BAD будет равняться двум углам С. Дуга BCD плюс дуга BAD – это градусная мера всей окружности, и она равняется 360 градусов. Подставим сюда дугу BCD и дугу BAD, которую мы получили ранее. Тогда отсюда у нас получается, вместо дуги BCD мы пишем два угла А, плюс дуга BAD. Вместо дуги BAD мы пишем два угла С. И все это равняется 360 градусов. Разделим все наше выражение на 2, чтобы избавиться от лишних коэффициентов. Тогда у нас получается угол А плюс угол С в сумме дает 180 градусов, что и требовалось доказать. Перейдем ко второй части. Рассмотрим угол Б. Угол Б – это вписанный угол, и он равен 1/2 градусной мере дуги, на которой опирается 1/2 от дуги АДС. Выразим отсюда дугу АДС. Тогда дуга АДС будет равняться двум углам Б. Рассмотрим угол Д. Угол Д будет равняться 1/2 дуги АБС, так как это вписанный угол. Выразим отсюда дугу АБС. Дуга АБС будет равняться двум углам Д. Дуга АДС плюс дуга АБС – это градусная мера всей окружности, она равняется 360 градусов. Подставим наши дуги, выраженные через углы, в это выражение. Тогда у нас получается, вместо дуги АДС мы пишем два угла Б. Плюс дуга АБС. Вместо дуги АБС мы пишем два угла Д. Все это равняется 360 градусов. Разделим все наше выражение на 2. Тогда у нас получается угол Б плюс угол Д равняется 180 градусов, что и требовалось доказать. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.